Волонтеры придут на помощь, если пропал сигнал. С 22 ноября цифровое телевидение работает в новом режиме. Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемников. Если не воспроизводятся каналы одного или двух мультиплексов, значит, нужна перенастройка в автоматическом или ручном режиме. Сделать это самостоятельно несложно, а для тех, кому все же потребуется помощь, мэрия организовала горячую линию. По телефону 59 47 48 можно получить консультацию или воспользоваться помощью волонтеров по перенастройке телеканалов. Волонтеры проконсультируют о том, какие технические проблемы могли возникнуть, как их можно будет решить. При необходимости волонтер выйдет на место и поможет жителю города Иваново настроить свое оборудование. Звонки мы принимаем, начиная с сегодняшнего дня до воскресенья включительно. Отрабатывать заявки волонтеры будут с субботы, воскресенье, понедельник, в том числе будет продолжаться данная работа. Отмечаем, что, как правило, все проблемы решаются либо по телефонному звонку, либо если горожане, жители сами произведут настройку оборудования, да, выполнив поиск каналов. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно понимать, волонтеры не приходят без предварительной заявки от собственника квартиры. Помощь по настройке приемника бесплатная.